Вы видите все эти пиво. Вы видите все эти пиво. И мы с Алексеем. Так, значит, в правой руке у Алексея немецкий плесень. А это черный такой стаут. Стаут. Или какой-то. Типа Гиннеса. В общем, вот тут цинично разливают все это с кирпичной стенки. Вот нам принесли салатик, называется House Salad. Сейчас нам все остальное поднесут. Здесь, чтобы пометить стол, выдают картинку с какой-нибудь знаменитостью. Вот нам раздали знаменитость, а тут что? Даже самая знаменитость. В общем, вот так нас опознают. Пробуем, друзья. Как оно? Черненькое, да. На 8 из 10. Ну, а вы даже название не знаете. Вот, но в любом случае мы его знаем и еще раз... Но одобряем. Одобряем. Хорошо. Давай, Миша. Все, горит. Да. Друзья, я пробую плесеньское. Это эликсир жизни. Они так просто думают, пиво – это эликсир. А по балловой системе? Зашкаливает. Миш, еще вилочки бы нам нужны дополнительные. Сейчас будут вилочки. Хорошо. Это вы, друзья, видите, называется Double Cheeseburger. Так. Бумажечка, видите, он ленточкой держит, чтобы не развалился. Это, ну, картошечка фрай, сами понимаете. Так. У вас что там? У нас называется тоже как-то интересно, но сыр. С сыром. Да, хорошо. Нет, ну с сыром. Ну, тут какая-то... Вы что-то про салатик такое говорили. Значит, салат значительно отличается от того, что есть в Сан-Франциско. Как мы выяснили, это потому, что выращивается оно здесь на фермах, на местных. Здесь за углом все растет, да. Соответственно, свежая, соответственно, выращенная. Это чувствуется сразу. Я подтверждаю.